Чашка, все носки. Спасибо. А почему? Я вот тебе подарила носки. Почему ты ходишь в дырявых? Я не понимаю. Ответишь ли на вопрос, что ты ходишь в дырявых носках? Причем здесь вот они порвутся, и вот там уже дырка. Просто улыбнись. Тяните кусок. Пожалуйста. Отстань от меня, пожалуйста. Даричек. Привет, красотки. Как ты снимаешь? Почему ты вот это не снимаешь? Объясни мне. Вот так, сделай руку. Ты будешь меня учить, как снимать, да? Конечно. Сама ты шаришь, что вообще? Ты видел, ты здание обрезал красиво. Что-то мне нравится снова. Ну да, ты не умеешь. Я учусь, ничего страшного. Что сказать? Громче говори, что не слышно. Как тебе в Питере есть? Знаешь, неплохо, неплохо. Я здесь уже третий раз, и с каждым разом я все больше ненавижу этот город. Но все равно приезжаешь все сюда. Что так долго-то? Я просто очень... Все грехи замолил. Фанатичен просто, да. И мы стоим там, ждем уже не знаю сколько. Слушай, а где все остальные? Я говорю, я не брошу своего друга, буду стоять до последнего ждать. Да, конечно. А Рита такая, нет, пошли, блин, Жень, хорош, блин, весь день его ждем. Я вообще ее не видел, когда мы туда заходили. Она тебя тоже. И она туда не заходит? А Рит, почему ты не пошла? Поточка. Долго нам идти? Куда нам? Полчаса. Бля, ёб твою мать, ненавижу этот город. Может, идти домой отправят? В конце концов, он только подарок нужен. Моя подруга. Это же его подарок. А как вот так себя? Не надо дверь рекламировать. Поверь мне, я сам могу себя рекламировать. Просто приведи меня к тёлочкам и все. Да ладно, ты когда мы тебя приводим к тёлочкам, тихо сидишь все время. Каким? К вашим тёлочкам? Нормально. А что я там должен делать, мне интересно? Да клеить их. Ваших тёлочек? Да. Подожди, ты хочешь сказать, когда ты меня последний раз приводил к тёлочкам? Давай другой вопрос. Когда у тебя последний раз была девушка? 5 лет назад. Вопросы есть? Мы тебя знакомили, мы тебе столько девушек подгоняли уже просто. Одна краше другой. Есть девушки, а есть тёлочки, как бы. Ты чувствуй разницу. Тёлочки или тёлочки? Тёлочки, всё-таки. И в конце концов не надо забывать, что... Питерская группа, прям быстрее. Еще два раза и был бы как спартаковский народ. Артём, штаны подтяни. Понравилось, Рит? Очень. Москва сломала тебя, брат.
Шо, а ты кто по национальности? Я? Частично русский, частично армянин, частично француз. Что-то там есть еще из Египта. Ну, ему хату не сняли в Питере, потому что он кавказец. Подожди, вот, пошла съемка, да, супер. Идеально. Он минут 30. Да, а можно пиарить? Да, давай. Свой канал пиарь. Подписывайтесь на мой канал. Называется просто там Шутури. Да, покажи, покажи, где ссылка. Пальцы вверх, можно и вниз, это все равно хейтеры делают меня сильнее. Нет, нет, я всегда знаю, кто ты, но... Back when Q was rolling with Lorenzo and a Benzo, I was banging with a gang of instrumentals. Got the pens and pencils, got down to business. But sometimes the business end of this shit can turn your friends against you. But you was a real nigga, I could sense it in you. I still remember the window of the car that you went through. That's fucked up, but I'll never forget the shit we've been through. And I'ma do whatever it takes to convince you, 'cause you my nigga, Doc, and easy, I'm still with you. Fuck the beef, nigga, I miss you, and that's just being real with you. You see, the truth is, everybody wanna know how close me and Snoop is. Короче, мы пришли в магазин, где огромные скидки. Артём в предвкушении. Паштет за 39,90. Может, возьмём 2 литра, это дешевле будет. Есть масло, нужно со скидкой. Ложок 10 рублей. Артём, возьми. А, это их как раз? Артём, тебе надо? А где шел вариант? Артём, смотри, как раз цвета хаки. Курточки мои. Примерь, Артём. 200 рублей скидка. Сбери свой кепку, мне не нужна больше. Я запомнила. Что, не нормально? Да. Вот только челку так не делай, а то странно становится. Хорошо. Нет, ну вот это вообще беспредел, а? Он с каждым днём не шевеет, посмотри, это вообще... Серьёзно? А сам я тебя присмотрела идеально. Тут есть New Balance, если что. Опа! Вот сейчас видео идёт. Надеюсь, ты сейчас удалишь все его. Я тоже это надеюсь. Блин, жалко, приближать нельзя, было бы угарно лица. Я причем просто на видео снимаю. Не знаю, с топ-кадрами потом можно сделать фотографию. У Артема вообще такой лук. Танцевала и сказала, что я с ним в клуб не пойду в жизни, это за ухо. Не, а Женя приходит танцует, вы не удалите, честно говоря, да? Да. Мне узнают просто, если он кто-нибудь увидит. Женя танцует, короче, как будто бы он пришел в клуб, там клеем, короче, весь пол обмазали, сразу встал и больше не может танцевать. Он выключился. Сегодня день 3, и мы едем смотреть Гранд Макет. Счастливо. Очень, особенно в такой компании. Спасибо большое, Рит. Сегодня Рит решила приодеться так же, как я. У нас... Вообще-то ты оделся, как я. Нет, это... Это очень стильно. Так, Маргарита. Здравствуйте. Здрасте. Что, это постельное было? Да, вот так. Да, сейчас
Куда мы идем? Мы идем к медному всаднику. Вау. Ты знаешь, кто это? Медный всадник? Да. Памятник. Кому? Петру Первому. Молодец. Вау. А на чем он там? На постаменте. А на лошади? На постаменте. А что под лошадью? Постамент. Нет, под лошадью кто ползет? Не видно? Под змея. Молодец, Жень, все знаешь. Бау! Все, я знаток Санкт-Петербурга. А что ты снимал там? Go, shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Cardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, it's not your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X, I'm getting to taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, get in the getting rough. Обожаю, что он без хода, я не переваливаю. Ну, хотя в штаны не спадаю сегодня. Так, я тоже к вам сажусь. Не-не-не, я к вам, Аня. Хорош, что ты села, не упали, и передо мной не упадут. Вот это обязательно. Watch how I move, you mistake before I play up here. Been hit with a few shells, but now I walk with a limp. I'm right. In the hood, in the lady saying 50, you hot. Что ты сегодня показываешь? А? Ты стесняешься своего лица? Как можно стесняться этой красоты, а? Мы пришли на Марсово поле. Только что моя девушка Маргарита сказала, что я очень грубый. Я вот этот милый мальчик. Очень грубо. Давай. But first, let me take a selfie. Да? На Москве есть много чего еще. Это что, например? Да, Красная площадь. Я остался в Украине. Собор Василия Блаженного. Москва-Сити. Че на это ответишь? Нет у вас Москва-Сити? Нет. Нет. Москва-Сити – это восьмое чудо света. Я сделаю из тебя звезду, Рита. If you love it like I love it, and you feel what I feel inside, if you want it like I want it, then baby let's get it tonight. If you feel it, say hey. Двух палочках. И он тебе звук записывает, да? Да. Вот это технологии. Все, ладно, как выключить? Снова нажать? Да. Всем пока. Ты не нажала. Привет. Приветик. Маргарита, улыбнитесь, пожалуйста. Супер. Маргарита, зануда. Блин, катапульт это просто супер. Надо летом на кусочку.
идем на русские горки, потому что мы любим Россию, мы русские. Бэтмобиль. Ты мой показала? Да, супер. А что ты кругом делаешь? Говно. Много городов у нас в России. Не топать столько на ногах. С каждым годом все некрасивее, а утопают в солнце и в снегах. В Ростове шикарные плюхи размером с большую печать. В Москве охуительно нюхать, в Челябинске лучше торчать. А в Питере пить, в Питере пить, в Питере-пить, а в Питере пить, в Питере пить. Терпи, терпи.